ценности. Если ребенка бы не обижали в школе, то он бы вырос более озлобленным. Так наши негативные ситуации, в которых мы оказываемся, они дают нам опыт. И этот опыт, как правило, хороший. Дело в том, что любой негатив, он создан таким образом, чтобы человек мог стать более добрее. Неприятности, чтобы человек стал добрее. Неприятности в семье, чтобы семья стала добрее друг к другу. Одним словом, любые проблемы, которые возникают у человека, они нацелены на то, чтобы человек стал более духовным существом, более добрым, более покладистым, более ровным и так далее. В случае, если мы убираем вот такие первопричины, то есть вспоминаем, когда вас обижали в школе, и устраняем это с помощью гипноза, то в дальнейшем у человека появляются проблемы, он изменяет свой характер, и вот эту нить, которая идет с плохого и вырабатывает в душе хорошее, эта нить исчезает, и человек вдруг становится вредным.